Посреди тайги, дикой, северной, почти 700 верст от Яра-Красного, на берегу реки Иркинеева стоит мельница ветряная, диковинная, а рядом с ней батарея солнечная. Зимой и летом батарея и мельница сберегают силу ветра и солнца и питают ею дома деревенские и фонари уличные светодиодные. На радость жителям, да на зависть соседям. Специальный репортаж Сергея Достовалова об уникальном поселке в Богучанском районе края в программе «Итоги» 11 октября в 18:30 на телеканале «Енисей».